по одному человеку, который уже плавает, что-то. Я сойду на то, что привязаны по одному человеку. Ой, тут уже большие корни. Мне просто тут на мимону Сергей тут. Я их не достану просто, знаете, сидут. Снимет потом. Посмотрите. А тут рушится, тут скала, да? Да, это скала. Ланкави — это кусок известняка, который со временем превратился в гранит и в мрамор. Большая часть Ланкави — это мрамор. Вот скала, мимо которой мы проплывали, она вроде черная, но на самом деле это мрамор, просто скородировавший уже на поверхности. Если отколоть кусочек, то там хоть белый или розовый, или серый мрамор, в зависимости от других металлов, которые присутствуют, замечательно на кальций. Стронзий. Вот смотрите, пример деревьев, которые растут прямо на мраморе. Угу. А вот это их корни, которые питают, висят. Неплохо видно. Это другой тип леса, вот справа от нас. Мангровые джунгли, это первая лесная экосистема. Угу. Вернее, справа от меня, слева от вас. Да. Справа от вас. Limestone Forest, известняковый лес или лес на лимонных камнях. Известняковый лес по-русски выглядит, слышится довольно грубо, а на английском языке это так романтично. Лес лимонных камней. Эти деревья очень особенные. Они, когда семечко этого дерева попадает в какую-нибудь ямку, где скапливается вода по ночам, оно начинает расти. Но расти начинает не вверх, а вниз. Сначала растут корни, потому что семечко должна быть уверена, что в дальнейшем для роста ствола она достаточно испустит корней и может несколько лет корни могут достигать 10 метров и больше вниз, пока каждый корень не найдет свою ямку, в которой он уверен, что будет вода. И только после этого там может пройти 5 лет. Начинает расти ствол. Они растут очень медленно, вот очень ценные деревья. Но у них любовь к жизни такая сильная, и жизнеспособность такая сильная.